Та дискуссия, которую вызвала песня «Deutschland», может быть полезна для Германии, поделился с «Коммерсант ФМ» журналист газеты «Фрайтаг» Ульрих Вильгельм Хайден. Мне впечатляет этот клип, потому что он превосходный Германия. Германия, которую хочется любить, но надо ее иногда ненавидеть. Текст, который они поют, конечно, очень жесткие картинки, особенно в концлагерь. Я не думаю, что это пиар, это художественный подход. Рамштайн известен за своих провокаций, они всегда на крае приличия, это их стиль. И может быть даже полезно, потому что мы будем обсуждать немецкий роль в истории. Положительный или отрицательный, или больше положительных и больше отрицательных. Я считаю, искусство не надо слишком строго судить, и искусство нужна свобода.